Лучшие школьники получили премии по поддержке талантливой молодежи муниципальной системы образования. Дипломы и денежные призы получили и те, кто успешно прошел испытания олимпиадными заданиями на городском уровне. Всего в интеллектуальных состязаниях приняло участие 418 школьников. Героев дня поздравила и наша съемочная группа. Праздник науки, ума и таланта состоялся в первой школе. Здесь собрались те, кто углубляется в исследования, развивает свои творческие способности, те, кто побеждает на спортивных площадках. В Лабытнанге завершился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. В ней приняло участие полсотни умников и умниц. Сегодня победителей и призеров награждали сотрудники управления образования. Победа не бывает легкими. Любая победа – это результат большой работы, это затраты времени, это труд, творчество и только везение. Я поздравляю учителей, которые вложили свой вклад в вашу подготовку. Ведь несомненно, что успех ученика зависит напрямую от профессионализма педагога. Я поздравляю родителей, которые способствовали становлению и развитию вашего таланта. В этом году интеллектуальные состязания были проведены по 20 предметам. Самыми популярными стали обществознание, ОБЖ, физкультура. По итогу муниципального этапа призерами стали 93 школьника и победителями олимпиад 71 человек. Я принимала участие в таком предмете, как физическая культура. Выбрала его, потому что занимаюсь спортом. И мне казалось, что я достигну каких-то результатов, и вот достигла. Да, я очень рада за своего ребенка. Поздравляю. Для общего развития, как бы, и самому приятно то, что ты видишь, на что ты способен, и как бы просто какие-то новые высоты ты достигаешь. Целеустремленные и талантливые школьники с успехом представляют лабытнанки на окружных, всероссийских и международных уровнях. Они участвуют в различных фестивалях, конкурсах, олимпиадах, получают за это награды и призы. Поддержка талантливой молодежи – одно из приоритетных направлений в сфере образования. На торжественной церемонии 10 школьникам города были вручены премии в размере 10 тысяч рублей. В их числе была и семиклассница Дарья Лежнина. Премия выдается за труд ученика, за достижение каких-то высот в учебе или творчестве. И вот. Я являюсь отличницей в школе, посещаю художественную школу, и у меня есть награды как бы с разных областей. Учителя, наставники и родители пожелали детям не останавливаться на достигнутом, подчеркивая, что талант без труда не даст хороших результатов. Нужно смело идти только вперед.